Гороскоп на 7 февраля. Овнов ждут приятные встречи, успешные публичные выступления, которые будут способствовать завязыванию новых деловых и дружеских связей. Постарайтесь критически отнестись к своим поведенческим особенностям, контролируйте свои высказывания. Сегодня небольшая ссора может всколыхнуть поверхность сонного пруда вашей семейной жизни. Вероятно, тельцам не понравится то, что расходы по дому превысят разумные с вашей точки пределы. Многие даже прекратят общение друг с другом. День символизирует внутреннюю свободу движения вперед. В последнее время близнецы топтались на месте. Теперь пора решиться стать свободными, независимыми, сменить обстановку партнера. Все, что захотите. Рак будет идеальным сексуальным партнером, если почувствует себя любимым. Избавьтесь от постоянных сомнений. Влюбленным ракам сейчас придется туго именно по причине неуверенности в себе, в своем избраннике, будущем вообще. У многих львов вероятны осложнения с официальными инстанциями по старым делам. И хотя к следующей неделе все уладится, какое-то время это может отвлекать от намеченных целей и тормозить движение вперед. Гибко лавируйте между подводными течениями и не раздражайтесь по мелочам. В любви девы могут ощутить груз одиночества. Близкие люди способны перекладывать свои проблемы на ваши плечи. Может быть, вы сами в этом виноваты. В ваших домашних делах старайтесь совмещать приятное с полезным. Этот день символизирует созидание, благополучное разрешение острых проблем и кризисных ситуаций. Весам благоприятно начинать строительство дома, заниматься благоустройством жилища, укреплением отношений в семье. Скорпионов ждет много суеты, мелких, но неотложных забот, а также не слишком содержательных разговоров с родственниками, приятелями, соседями. Отмените все встречи, так как возможен визит гостей, который нарушит все ваши планы. Этот день сложится весьма благоприятно для большинства стрельцов, прежде всего потому, что будет поступать нужная информация о новых кармических путях и эффективных будущих действиях. Благоприятен переезд, дальняя поездка. Отношения между супругами могут складываться напряженно. Стремитесь достичь взаимопонимания в семье. Простите тех, кто не оправдывает ваши надежды. Гармония в семье умиротворит душу Козерога, сможет восстановить ваше здоровье. Этот день символизирует верность, надежность. Несмотря на кажущуюся ветренность и неустойчивость водолеев, на них можно будет положиться в трудную минуту. Не давайте невыполнимых обещаний, не берите на себя больше, чем сможете сделать. Поддержка и разумный совет близкого человека помогут ракам почувствовать уверенность в себе. Эти дни подходят для общения только с проверенными людьми. Они всегда придут вам на помощь, как ангелы-хранители. А вот случайных приятелей лучше избегать.